18 апреля в актовом зале администрации Каспийска состоялось заседание антитеррористической комиссии под руководством главы города Бориса Гонцова. Он подчеркнул, что необходимо продолжить и активизировать профилактическую работу по противодействию терроризму и экстремизму, а также отметил следующие задачи, которые необходимо выполнить. Важнейшими задачами на ближайшую перспективу у нас является это обеспечение безопасности во время проведения майских праздников 1 мая, 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На повестке дня также был рассмотрен ряд вопросов. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, организаций высшего и среднего специального образования, расположенных на территории МО, при проведении совместной работы по выявлению среди учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, устранение недостатков обеспечения антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств и многие другие. По первому вопросу выступил специалист МКУ управления культуры Али Алиев. Он рассказал о предпринимаемых мерах против воздействия идеологии терроризма среди молодежи. В целях исполнения утвержденного комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе Каспийске на 2019-2023 годы Управление культуры совместно с сотрудниками АТК в городе Каспийске, КЦСУН, ОПДН, ОМВД РФ по городу Каспийску, КДН, ЗП и другими заинтересованными службами города проводилась профилактическая работа. А также на заседании были проведены итоги за прошлый год, проведение классных часов, собраний и бесед с воспитанниками образовательных учреждений Каспийска. С докладом о профилактической работе выступил и начальник ОМВД по Каспийску Багаводин Багаводинов. Отделом по городу Каспийску принимает все необходимые меры по пресечению возможных экстремистских акций, террористических актов и иных противоправных деятельностей. В целях повышения антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспортной структуры, энергетики и иных критически важных объектов, расположенных на территории Каспийска, распоряжением отдела определены ответственные сотрудники ОМВД за обеспечение антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов транспортной инфраструктуры. В завершении заседания были рассмотрены остальные вопросы, по каждому из которых были приняты соответствующие решения.